В сентябре город получил необычный подарок. В центральной библиотеке открылся виртуальный концертный зал. 8 октября состоялся очередной показ концертной записи из Московской филармонии имени Чайковского, который посмотрела и наша съемочная группа. Тема вечера – портрет трех современников – Ян Френкель, Марк Фраткин, Оскар Фельдсман. Творчество этих музыкантов называют «золотым веком советской песни». Их композиции известны по кинофильмам «Женщины», «Приключения желтого чемоданчика», «Простая история», «Новые приключения неуловимых» и многим другим полюбившимся картинам. Это действительно замечательный концерт, замечательные композиторы. Мы же, старшее поколение, выросли с ними. Мы знаем эти замечательные песни, фильмы. Душа радуется. Просто восторг, воспоминания юности своей, комсомольской в том числе. Это замечательно. Эти композиторы наши любимые. На сцене Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством дирижера Сергея Скрипки. Среди исполнителей Валерия Ланская и Наталья Быстрова, Петр Маркин, Сергей Плюскин и Евгений Вальц. Большой экран и хорошая детализация создают ощущение присутствия в главном культурном центре столицы. Очень приятно провести вечер в такой прекрасной музыке, особенно после такой тяжелой рабочей недели. Приятно слышать спокойную, тихую музыку, а не то, что вещают из радио и телевидения. Напомним, что путешествие в разные концертные залы страны стало возможным благодаря победе городской библиотеки в федеральном проекте «Цифровая культура» в рамках нацпроекта «Культура». Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Десна ТВ.